Рязанцы и гости города смогут покататься на стадионе «Локомотив». К пятнице каток удастся подготовить, если сохранится морозная погода. Всего в Рязани решили залить 28 катков. Они появятся на больших площадках и во дворах. Этот каток уже заработал в Центральном парке культуры и отдыха. В этом году я не первый раз уже на льду. Ощущения прекрасные, погода хорошая, лед отличный. Катаюсь я с раннего возраста. Вышел я на лед первый раз со времен школы сегодня. Вот. Очень хороший каток. Мне понравилось. Положительные эмоции, впечатления. Вот. С удовольствием. Думаю, что будем приходить сюда каждый день. На катках не будет прокатов и раздевалок. Такие правила установил Роспотребнадзор. Кроме этого, продолжат действовать санитарные требования. Естественно, существует режим работы катков, порядок поведения на катках. Ну, естественно, все катания, все оздоровительные катания с соблюдением масочного режима и также соблюдением биосоциальной дистанции. Хотелось бы отметить, что залив катков осуществлялась подведомственными учреждениями структурных подразделений физической культуры и спорта, управления образования, управления культуры, также если благоустройство города. И немаловажно отметить, наверное, активную позицию жителей города Рязани, которые инициативными своими группами заливали катки у себя на своих дворовых территориях. Катание на коньках по гладкому льду – это не только один из лучших способов весело провести время, но и отличная зарядка для организма. Тренеры спортивных школ уверены, что оно пойдет на пользу как любителям, так и профессиональным спортсменам. Само катание, оно как бы развивает физическое качество, то есть поддерживает спортсмена, кто занимается любым видом спорта, развитие, в общем-то, дыхательной системы, вот, развитие физических качеств, скорости, выносливости. Поэтому кататься очень здорово. И плюс, если когда идет игра, матчи хоккейные, то здесь получаешь просто невероятное удовольствие. Сейчас функционируют уже 10 площадок для катания. На улицах Шестая линия, Страйкова, Новоселов, Октябрьская, Васильевская. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города Рязани. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».